весь год мы рассказывали вам о животных, которые нуждались в вашей и нашей помощи. И вот сегодня под этой сказочной елкой вы узнаете, как сложилась судьба четвероногих героев наших сюжетов. Познакомитесь с их новыми хозяевами. В общем, сегодня у нас счастливые истории пристройства. А вот и наш первый гость. Помню этого красавца. Это наш Гулливер Элвис. Мы еще его мерили рулеткой. Его размеры нас очень впечатлили. Если рост Гулливера составлял 12 лилипутов, то Элвис, сейчас посмотрим, 12 тойтерьеров. А если серьезно, 90 сантиметров. Как он у вас дома? Прижился? Какое место занял? Кто его хозяин? Вы или супруг, или, может быть, ребенок? Все очень хорошо, все рады, довольны. Ему уютно, тепло у нас. Выбрал меня хозяйкой. Как вы с ним гуляете? Он же такой тяжелый пес, в принципе, а вы хрупкая барышня у нас. Я неплохо с ним справляюсь, потому что спортом занимаюсь и с удовольствием выгуливаю. И мы вместе с ним хорошо проводим время. А почему именно вот решили взять беспородную собаку, а не породистую? Посмотрела передачу «Путь домой» и очень захотелось мне тоже друга такого. Мне кажется, что это не важно, если порода у твоей собаки. Просто нужно помогать животным. Если есть такая возможность, то с удовольствием я буду делать это. География наших пристройств – вся страна. Нам звонили из самых дальних городов и поселков. Девочки-волонтеры, добровольные помощники, преданные делу зоозащиты, сначала спасали, лечили, а затем отправлялись в дорогу, чтобы каждый пес нашел своего хозяина. Давайте скажем спасибо всем волонтерам за их безвозмездную добровольную помощь. И вспомним, как это было. Смотрим видео-приветы из новых семей. Домино теперь живет в Сморгоне и зовут ее Белла. С нами она уже 2 месяца, мы ее очень любим и ни за что не пожалеем, что взяли такую большую-большую собаку. Хотя она очень серьезная и нужно ей много воспитания, больше, чем маленьким детям. Воспитанием занимается Стасик. Лежать! Лежать! Молодец! Кушать! Хорошая собака! Дорогие друзья, приветствуем вас! Мы молодая семья ветеринаров, проживающие в Шуминском районе Витебской области. Однажды мы наткнулись на проект «Путь домой», в котором мы увидели Лилу. И вот теперь она с нами. В новом году мы хотим пожелать всем, чтобы каждый нашел свой дом и настоящих друзей. Любите друг друга. Если бы Нора сегодня могла бы говорить, то я думаю, что она бы сказала бы самые главные слова своей жизни. Это слова благодарности всем тем людям, кто был рядом в трудную минуту для нее, кто протянул руку помощи, кто дал шанс на вторую жизнь. И особые слова благодарности волонтерам, кураторам и, конечно, передаче «Путь домой». А всем с наступающим Новым годом! «Путь домой» рассказывает истории про собак. Но ведь по большому счету это все про нас, про людей. И мы подумали, а вдруг в эту новогоднюю ночь кто-то из наших зрителей остался совсем один, и ему срочно нужна компания. И вот, пока вы смотрели видео-приветы, к нам под елку пришли 2 замечательные сестрички – Астра и Вега. Девочкам 1,5 года. Они уже стерилизованы и привиты. Посмотрите, какая красота! Наш эксклюзив для любителей бородатиков. Они очень ждут вашего звонка. Дорогие друзья, впереди новогодняя ночь. Фейерверки, салюты, петарды. Если вы действительно любите своих питомцев, позаботьтесь об их безопасности. Помните, собаки боятся выстрелов. Пожалуйста, не спускайте их с поводка в новогоднюю ночь. Ну а мы желаем, чтобы в следующем году все собаки, попавшие в беду, нашли свой путь домой.